Пацанки, нет, это к вам к иностранке. Тогда тут пацаны и их дамы, джентльмены и их дамы. Господа, не надо нам рекламы. Мы добьемся сами, руками, ногами, головами вместе с вами. Смотри, просящая рука требует хлеба. Просящая рука требует хлеба. Вы хотели фанаток, вон, видите, танцует. Нет, на самом деле, Тихо, я еще ничего не читал, что вы орете-то? Конечно, говорите. Можем выключить вообще, выключите пик. Давайте, подождите, давайте просто поговорим. Ребята, вы зрители. Так, хорошо. Вот я считаю, за желтеньким должен идти милитари, черненький, я повторяюсь, но опять же, желтенький, вы тут лидер. Вы лидируете. Не нужно, вы примитесь. Вы же лидер. Вот, the best, что называется. Далее. Да. А вот молодой человек, вот этот, который здесь сидит, в очень красивой шапочке. Вы хорошо читаете. Читаете слова. И все замечательно. Ну вот очень близко микрофон вот так вот держите, что мы не понимаем вообще, что вы говорите. Чуть-чуть подальше микрофон держите, и тогда мы... Нет, очень близко, реально, вот так. Он его чуть ли не глотал. Подождите, можно я скажу? Чуть-чуть, немножечко подальше, не глотайте микрофон. Чуть-чуть подальше, спасибо. Сейчас я скажу, Паха, микрофон держишь нормально. Вон та дама, если бы была не сзади, а спереди, как это обычно бывает, то там бы все было бы вообще... кристально слышно. Давай врубай дальше звук. Не включать. Не, на самом деле все круто, все молодцы. Фанат. Не, я просто хотел попеть. Все говорят, я клево читаю, хочу попеть. Вот, типа, поэтому можете держать пока кнопку на телефоне. Я в ближайшие... Нет, у меня в ближайшие две минуты, я напишу песню, когда тогда буду петь ее. Конечно, братан, катайся. У меня есть песня с припевом, блин. Молодые люди, сигаретку? Никто не хочет? Сейчас это, минут, ну ладно, видишь, секунд 20 лицо? Заминочка. Убей его! Разбей его! Убей! Видишь лицо? Разбей. Я пью свое все. Я тебе отвечаю, ты когда будешь петь свое, а не вот это белый снег. Привет! Распи ты уже свое. Привет, я сегодня... На паузу нажми, серый. Всем привет! Какой я сегодня валет! Песня про вальта. Как сказал Серега. Да я пью свою... Ты говоришь свое пей, я свое пью, а пою чужое, потому что нет своего пока. Я напишу, говорю, когда-то, да, будет стадион уже, понимаешь, а пока я держу силы. Короче, молодые люди, если у вас дискуссия, можете проследовать вот к танцующей женщине, девушке, бабушке и подискутировать с ней. А я тут собираюсь петь высочайшее искусство Федора Инцарова, он же в простонародье Федук. Вот, поэтому давайте послушаем. Автотюна нет, все будет без автотюна. Откуда ты тут взялась? Классные шортики, бывшие джинсы, левайс, простой макияж, пахнешь как первый ландыш, тебя не буду срывать. Откуда ты тут взялась? Оу, пахнешь как первый ландыш, тебя не буду срывать. Подумал о тебе, пошел снег, холода нас греет ближе к семье. Всюду суета, это где нас нет.
новый текста, но не о тебе. Хлопья летят, всюду магия и свет. Ты чё тут одна? Пойдем на парад. Я дал тебе теплый шарф, там в космосе холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись в облака. Новая эра любви, новая жизнь, выбери ты что-то родное до боли, но мы не знакомы. Хочу целовать тебя снова и снова, эти уютные падают хлопья и с ними медленно тают, как наш поцелуй. Медленно тают все наши мечты. Еще раз, поехали. Хлопья летят наверх, всюду магия и ты чё тут одна, привет? Пойдем на парад. Я дам тебе теплый шарф, там в космосе холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись в облака. Еще раз поехали. Новая эра любви, новая жизнь, выбери ты что-то родное до боли. Мы не знакомы, хочу целовать тебя снова и снова. Эти уютные дни падают хлопья и с ними медленно тают, как наш поцелуй. Медленно тают все наши мечты. Все, спасибо. Нету. Я никак не захотел накосячить. Просто Сережа любит, чтобы музыка была тут в воздухе висячей. Но он никак не захотел накосячить.